Сегодня у нас 29 августа. Сейчас грузим суходол. Суходол — это не поливной. В Краснодарском крае называют его багара. Урожайность здесь меньше, но арбуз неплохой. Это сорт продюсер, наш знаменитый. На поливном он дал за 80 тонн. На суходоле он дает сейчас 15. Но здесь затраты как бы минимальные, и площадь можно посеять гораздо больше. Здесь засеяно 300 гектар. Ну, не только продюсера, но еще и холодок. Холодок я потом расскажу, как он выглядит. Вот так вот выглядит продюсер на суходоле. Вот. На неполивном. Здесь пленки нету. Нету капельной ленты. Просто вот как матушка природа. Полила, что дала, то дала. Вот. Дала неплохо. Отдельное ей спасибо. Сейчас вот на загрузку идет 20 тонн. Фред. Будем его грузить. Здесь уже 100 тонн отгрузили. И дальше будем работать до снега.